Николай Ильич стал одним из первых участников нового проекта, организованного группой компаний «Садовое кольцо». На конкурс «Я люблю Красногорск» он принес фотографии из своего личного архива для специальной номинации «История Красногорска». С работ сняли копии и добавили к другим присланным материалам, а их накопилось уже более 100. Многие участники не ограничивались одной номинацией. Больше фотографий – больше шансов на победу, уверены конкурсанты. Как мы ожидали, несколько самых популярных номинаций. Это «Мое маленькое чудо» присылают жители Красногорска фотографии своих питомцев. И номинация, которая касается пейзажных работ «Город красоты». Очень много красивых фотографий видов Красногорска. Первый мастер-класс в рамках фотоконкурса организаторы назвали «Азбука анимации». Всем желающим предложили поучаствовать в съемках настоящего мультфильма. Начальный этап работы – лепка героя из специального пластилина на растительной основе. Ну а дальше дело техники. Фотографируя персонажей, размещенных на специальном станке, автор добивается движения в кадре. На изготовление небольшого мультфильма 2 часов вполне достаточно, говорят учителя анимации. Но если есть время и желание, то можно самостоятельно снять целый короткометражный фильм. Наша киномастерская существует уже более 6 лет. Работы наших детей побеждали и на международных, всероссийских конкурсах. И не только по анимации, но еще в сфере кинематографа. Мы вот выпустили в этом году 6 короткометражных фильмов. Вот, и, в общем-то, как бы детям этот процесс очень нравится. Занимаемся мы с детьми от 4 лет и старше. Ну, и неважно, на самом деле, какого возраста человек. Он может быть маленький, может быть большим. Мультипликация не оставляет никого равнодушным. Мастерство анимации и премудростям кино планируют обучать и воспитанников Центра современного искусства и творческого образования детского сада «Садград», который строится в квартале «Молодежный». А пока общими усилиями детей и их родителей, бабушек и дедушек, получился яркий мультфильм, который обязательно будет напоминать о веселом празднике анимации. Впрочем, мастер-классы для участников проекта «Я люблю Красногорск» и просто для всех желающих учиться новому в «Садовом кольце» планируют сделать регулярными на протяжении всего фотоконкурса. Валентина Титова, Евгений Волков, Марьяна Быстрова, КРТВ.